Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Парму покидает один из лидеров. Американец Кен Браун завершил выступление за пермский клуб. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ этот защитник был лидером нашей команды по числу результативных передач, в среднем 7 за игру. Кстати, это второй показатель во всей лиге. Кроме того, в Парме он входил в тройку самых результативных, набирая в среднем 11 очков за матч. Как сообщает голландский интернет-портал Basketball News, Браун продолжит карьеру в литовской команде Лид Кабелис. Отмечу, что ранее именно в этом клубе трудились на нынешние наставники Пармы Казис Максвитис и Гинтерс Каджулис. А в Пермь тем временем может перебраться Максим Григорьев. Такой информацией располагает интернет-ресурс sports.ru. Защитник ранее играл за баскетбольный клуб Нижний Новгород. В минувшем чемпионате провел только 4 игры, в среднем набирал 3 очка за матч. Стали лучшими на континенте. 4 прикамские спортсменки помогли женской сборной России по пляжному регби выиграть чемпионат Европы. Этот турнир прошел в Москве. Наша команда победила во всех матчах. На групповом этапе россиянки оказались сильнее соперниц из Испании, Австрии и Хорватии. В плей-офф были повержены белорусские и латвийские регбистки. В финале наши сыграли с итальянками и в упорной борьбе обыграли их со счетом 2-1. Золото в составе сборной завоевали Алина Артерчук, Ксения Поздеева, Анастасия Воронина, Анчихина и Мария Носкова. А главным тренером команды также был пермяк Максим Амонов. Добавлю, что успешно выступила на этом турнире и мужская команда. Она также заняла первое место в финале со счетом 7-4, обыграв Грузию. Далее конный спорт. Прикамские наездники продолжают пополнять коллекцию наград. На этот раз урожайным на медали стал турнир в Свердловской области. Участники соревновались в конкуре в рамках международных и всероссийских стартов. 9 раз наши спортсмены поднимались на пьедестал почета. В различных классах и на разной высоте препятствий золото взяли Олеся Косарева и Галина Ажгибисова. Серебро завоевали Полина Шумская, Елена Ходорева и вновь Галина Ажгибисова. А у Алины Азаматовой по итогам турнира бронза. И новость, которую сейчас обсуждает весь спортивный мир. Международный олимпийский комитет направил в Россию официальное приглашение принять участие в играх 2020 года. Это означает, что наша страна, в отличие от предыдущей Олимпиады в Пхенчхане, сможет сформировать полноценную команду, которая выступит под своим флагом со своим гимном. В общем, без каких-либо ограничений или условий. Касается это и легкоатлетов. Они, напомню, из-за допинговых скандалов пропустили игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Наставник нашей сборной Юрий Барзаковский сообщил, что 15 спортсменов уже выполнили соответствующие нормативы. Я думаю, что это очень хорошее подспорье перед Олимпиадой и именно психологически для наших спортсменов. И результаты, я думаю, будут выше там. У нас есть еще один серьезный старт. Это командный чемпионат России, который пройдет 4-5 сентября. У ребят есть еще шанс выполнения норматива на чемпионат мира. Ну а касаемо Олимпийских игр, у них еще целый год впереди. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.